Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуко Фэмили. Мы продолжаем проходить Half-Life, эпизод 1. Так что всем приятного просмотра, погнали. Не забывайте про лайки и про репосты. И про колокольчик тоже. Скажите, да, если сможете. Вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думаю. Артигонта. Излишняя тревога. Смотри, гравипушка. Пёсик, отдай её Гордону. А, поле зрения надо поменьше сделать. Блин. Подожди, где эта херня? А, вот. 75. Во. А то фигня какая-то была. Смотри-ка, Гордон, пёс тебе тоже рад? Уж я-то вижу. А теперь, пёс, подключи монитор. Свяжемся с папой. Серьёзно? Это сохранение где? Какой F8? F5. Быстрое сохранение F6 бесит. Так, подожди, я сразу гад работает. Да, гад работает, хорошо. Он был уверен, что я тебя не найду. Вот-вот взорвётся. Не знаю, на кого светится. Всё, что я помню, блин, падает. Страшный взрыв, а затем голоса в Артигоне. А потом пёс нашёл меня под завалом. Всё так странно. Да-да-да. Успеем. Успеем. Это отец. Ага. Идем. Стреляй, ответь. Папа, ты меня слышишь? Алекс, ответь.
Блять! Секунду, сплошные камни. Пес. Ну-ка, пес, помоги мне. Так. Чуть-чуть вправо. Четкий сигнал. Есть. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успела покинуть город. Ну, не совсем. Что? Главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Невероятно. Послушайте, вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Взлетит, в этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит невообразимый ущерб. Клайнер, замолчи! Папа! Боже мой, Лай, прости, конечно, но зачем так переживать? Алекс давно вне опасности. Вообще-то мы все еще в штабе. Господи, боже мой, но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только позвольте. Да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо войти внутрь? Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм. Если мы придумаем, как попасть в цитадель, мы сможем... Алекс, нет! Но папа! Айзек, образумь ее! Мне жаль, Лай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка. Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай. Пообещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Обещаю. Я люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Не волнуйся. Скоро увидимся. Надо подумать, как вернуться в цитадель. Погнали. Пес, не поможешь? Давай, пес. Помоги. Спасибо, пес. Давай, пес. Встретимся на той стороне гряды. Ого. Ну и высота. Только после тебя. Так, ну... Чтобы пес поторопился. Пес! Пес! Осторожно! Боже мой! Пес! Пес! Пес, ты цел? Слава Богу! Ты меня до смерти напугал. Будь рядом и помоги нам найти выход. Верить не могу, что мы хотим туда вернуться. Это будет непросто. Ну, пес, что скажешь? Есть мысли? Хватит, пес. Это не поможет. Должен быть способ перебраться на ту сторону. Вот только какой? А если... Пес! Пес, куда ты? Он что, обиделся? Пес, что ты? Похоже, у него разболтались винтики. Берегись! О, нет. Ты шутишь? А?
если у тебя нет других предложений, он все-таки робот. Он все рассчитал. Точно рассчитал, а? Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Ну, я тоже буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся. Держись крепче, Гордон. Ладно, пес, давай быстрее, пока я не пере... Осторожнее! Держись! Отличный бросок, пес! Иди, песик, уходи! Все будет хорошо, только... Что это? Держись! Погнали! Есть такое дело. Что она по швам летит. Если ты придумала. О. Начать диагностику. Резонансная сингулярность. Ты что за фигня? Нарушение работы автоклава. Готов.
аварией. Она нестабильна, но продержится достаточно долго, чтобы уничтожить сталкер. Тут. Бежим отсюда. Пока сами не исчезли. Беги, Алекс. Беги. Успели? Начать диагностику. Начать диагностику. Что здесь? Резонантная сингулярность. Резонантная сингулярность. Посмотрим. Попробую узнать дорогу. Тревога. Помочь вам заполучить землю, но мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу там выжить. Слава богу, просто старая запись. Я в роли носителя. Да вы шутите? Я же не могу. Ладно, черт с ним. Найти что будет? Поспешите, он почти догнал меня. Вот черт. Что за черт? Что бы это ни было, оно исчезло. Уходим отсюда. Гордон, что происходит? Погнали, чё? Чего? Thank you.
Валим. Твою мать. Капец тут жопа происходит, просто жопа жопой. Капец, страйдеры куда-то топают. Чего? Где Алекс? Алекс? Погнали! Открывай! Вперед! Нас победа ждет. Так. О! Он доставит нас к ядру. Похоже, мы на правильном пути. Берегись! Осторожнее! Стабилизации. Открыть автоклаву. Еще! Блять, что это за прикол, блять, был? Сверху. О. Запускай его, Гордон. Давай так же, как в прошлый раз. Слышь, блять. Сойдем и посмотрим, что из этого выйдет.
Нет. Где она? Берегись! Беги! Погоди. Едва успели. Забегай. Кажется, мы пришли. Уже вторая глава. Да, блядь. Не понимаю, что они защищают? Похоже, они намеренно пытались взорвать реактор. Но зачем? Боже мой, реакция зашла очень далеко. Надеюсь, доктор Клейнер не ошибся. Так, ну? Попробуем пройти через центр управления. Давай. Попробуй вызвать ее. Показатели зашкаливают. Надеюсь, еще не поздно переключить поле герметизации. Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Да. Но... вот и лифт. Давай. Гордон, я... как ни жаль, больше я ничем не могу помочь. Постараемся, да, возвращаться скорее. Внимание, опасный уровень радиации. Пиздец, сейчас вообще будет пиздец. Подожди. А где второе поле-то, блядь? Стоп, подожди. Надо мной или где? Подожди. Заебись. Так. Блять, не съедай. Заебись. Погнали. А дальше чё? Процесс стерилизации. Умно, блять. Так. Куда дальше-то? Сюда? Да, по-моему, тут надо как-то правильно все сопоставить. Так, а как эту панель активировать? Подожди. Подожди, а где это? Как его? Панелька эта, блядь. А, подожди, это надо прямо оттуда, блядь, брать. Подожди, где эта хуйня? Нихуя себе, я бы не предположил, что надо отсюда брать эту хуйню. Так.
Бля, вот это жестко. Я помню. Блять. Так. Это было. Хотя подожди, нам же одна пригодится, да? О. Одна, скорее всего, нам пригодится. Блять. Даже в смысле. Подожди, а куда нам тогда? Стоп, она взорвалась? Уже, блядь. Да, блядь, заебали, алло. Понимаю, они отовсюду, суки. Блять, а куда дальше? Подожди. Серьезно? Через эту хуетень? Блять. Съебаем. Подожди, а дальше куда? Сюда? Бля, я уже все забыл. Сюда же, правильно? Там, по-моему, с третьей все не просто. О, блядь. О, ребят, спокойненько. Ебать, серьезно? Блин. Так, а куда нам это? Блядь, в жопу идите. Да нахуй иди, блядь. Заебали. А куда нам топать-то? Да. Сюда топать, что ли? Нахуй иди. По-моему, сюда. Да, если враги, то значит сюда. Твою мать. Это куда? Да, то, что тут все разъебано, это понятно. Оу. Оу. Да твою мать! Блять. Так нахуй идите! Так, подожди, по-моему, две штуки нужно. Или нет? Так, подожди. Это чё? Три раза надо... Подожди. Так, подожди, это что мне надо сейчас? Прям...
съебываемся. Что, теперь работать будет? Стоп, в смысле еще одна? А, ну если только так. Так, ну это хоть последняя реакция была? Или как? Гордон, получилось! Система герметизации заработала. Долго она не продержится, но время мы выиграли. Пока ты был внизу, я залезла в их систему. Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. После уничтожения реактора взрыв стал единственным способом отправить сигнал туда, откуда они пришли. Я не знаю, что за данные они готовили к трансляции, но ради них они готовы пожертвовать всей цитаделью. Надо срочно передать их отцу и доктору Клейнеру. Я сделала копию. Что в ней, не знаю, но чувствую ждать беды. И вот что еще. Это Джудит. Смотри. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений и сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Да где она? Она попала в беду. Надо передать ее сообщение и данные трансляции отцу. Он поймет, что делать. Копирование завершено. Данные у меня. Погнали. Уносим отсюда ноги. Думаю, они почувствовали. Здесь есть лифт. Сюда. Скорее. Этот лифт доставит нас к платформе. Если мы сядем на поезд, то через полчаса окажемся за пределами города. Эй, гравитушка снова зарядилась? Жаль, с ней было спокойнее. Так, сюда. Валим, валим. Наш поезд. Садимся. Давай. Давай, садимся. Ну, наконец-то вырвались. Не знаю, что это за данные, но они вовсе не рады, что мы их получили.
Знаешь, учитывая все в целом, не так уж... О, нет. В этом вагоне сталкеры. Будь прокляты эти комбайны. Вот что случается с теми, кто пытается бороться. Или оказался не в том месте и не в то время. Боже, надеюсь, ты не помнишь, кем ты был. Ладно. Посмотрим, куда едет этот поезд. Если нам повезет, мы успеем уехать из города, пока не стало слишком поздно. Хорошо, что не пришлось идти пешком. Ага. Будем надеяться, худшего позади. Ты снова спас нам жизнь. Ну, а как по-другому? Что это? Боже мой! Так. Погоди секунду. Я... Дай перевести дыхание. Окей. Все не так просто, как я думала. Теперь мы в одной лодке с остальными жителями. Пешком и к вокзалу. Выйдем на поверхность. Выйдем, пошли. Да. Ага. И все. Thank you.
Чего? Свети на зомби! Посвети-ка! Яблочко! Зомбайны. Как типа зомбайны? Дошло? Окей. Приколистка. О. Так, подожди, а импульс надо вести. Черт. Берегись, у него граната. Куда валить-то, блин? Бля, это будет жестко, я бы сказал. Свети на него. Валим обратно. Сюда? Видимо, да. Ага. О-о, нашествие муравьиных львов. Есть такое дело. Отличная мысль, Гор. Я бы не подумал, что этим можно запрещать. Знать, мне же дрожь бросает. Куда дальше? Сюда? Ладно. Фух. Так.
сколько там по времени? Ага, понятно, окей. Бляха-уха. Вот сейчас ебатня начнется. Закрывайте эти. Так, одна закрыта, хорошо. А как остальные-то, блядь, закрыты? Подожди-ка. Так. Подожди. Слушай, я не сомневаюсь, что ты там хотела бы стрелять. А, вот откуда вторые лезут, блядь. Отлично. Стрелять она будет. А где последняя эта форма? Подожди. Серьезно? Пиздец какой-то. Слушай, пошел в жопу, а? А где после... А, все, вижу, откуда средние лезут, блядь. Здесь. А где винтель, 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 винтель? Я винтель проебал, где винтель? Бляха-муха. А, все, теперь нам это открывать просто, да? Бля, как же медленно, а? Это просто пиздец какой-то. Разбираюсь в электричестве. Думаю, этот провод ведет к щитку.
Берись за работу. А вот и неприятности. Еще не стемнело. Повторяю. Слава Богу, еще не стемнело. Уходим отсюда. Яйк. Отлично. Окей. Бежим к вокзалу, пока не грянул взрыв. Мне нужно очень-очень многое вам сообщить. Наконец-то воздух. Боже мой. Страйдеры здесь камня на камне не оставили. Последствия дестабилизации реактора сети 17. Никогда еще не была так рада духу. Разрушительный импульс временно остановил работу всей сети реакторов цитадели. Мы полагаем, что благодаря этому все телепорты... Сзади! Блять, стоп.
следующий. Ага. Окей. По физике я не хочу это все выключать. Сейчас эту физику использую. На чем? Хотя подожди. Заложить что? Это было не столь сложно. Так. Иду наверх. Понятно. Отличный бросок, Гордон. Этот снайпер чуть не снес мне голову. Я заберусь наверх и посмотрю, что за тем забором. Давай. Я не против. Забирайся. Так, еще у нас время есть, это хорошо. О-о, улица перегорожена баррикадами. Беги, не останавливайся, я тебя прикрою, не волнуйся. А затем, как подашь знак, побегу к тебе. Похоже, я смогу спустить тебе лестницу. Надо только выбить щеколду. Выбивай щеколду. Она слегка заржавела. Есть. Достанешь? Валим. Просто валим и все. Оп. Оу. Да тут их дохерища, я скажу. Так, стоп. Так. Оп. А дальше куда? Этот откуда? Там же... Куда они, сука, лезут?
Куда? Подожди. Валим, че? Часть позади. Боже мой. Похоже, реактор вновь начинает накаляться. Реакция быстро набирает силу. Ну и... Ого! Я бы предпочла найти другой путь. Но у нас совсем нет времени. Ну, нам надо внутрь. Идем. Так. Альянса. Что это за звук? Отойди от ворот. Отличный выстрел. Сюда, ну, что ли? Так, одна есть, а вторая где? Серьезно, блядь? Ёб твою мать, подожди. Да блядь. Куда дальше-то?
Хо-хо-хо-хо-хо. Ага. Интересный прикол. И как мне это пройти? Хо-хо-хо-хо. Серьезно, по баночкам? Твою мать, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй, дай выбраться, блять. Блять. Подожди, я знаю, что делать. Подожди. Хлоп. Хопа. Хопа. А дальше что? Так, подожди. А куда дальше-то? Блять, серьезно, сюда? Хуя себе, блять. Ебать тут. А как проходить-то, блять? Серьезно? А дальше? А дальше не просто, да. И сюда? Твою. Вот ты где. Я уже думала, ты обо мне забыл. Нет, все оки-доки, да. Так. Еще 5 минут можно, да? И как раз загрузка. Самый раз. Чё за фигня? Да. Так. И как это пройти? Даже все равно типа рванет, нет? Подожди. А, ну если не сильно рванет, то это еще нормально. Чего, блядь? О-о, все по новой. А дальше? Серьезно? Нахуя тут держу? Ээээ.
все. Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите из города. Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся собрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда. Сюда, туда. Так. Я думаю, на этом, в принципе, мы можем серию завершить. Ребятушки, всем спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили, мы начинаем проходить эпизод первый. Когда отправляемся. А всем до новых встреч и всем пока-пока.